А мы приглашаем на эту сцену человека, которого не нужно представлять. Его и так все знают. Роман Ващук, пожалуйста, мы вас просим. Здравствуйте. Я очень рад быть сегодня здесь с вами. Чудесное время, когда мы можем проводить его вместе, когда мы можем славить Господа. Он благий, он любящий. И я просто очень рад видеть ваши улыбающиеся лица. Вы все очень красивы. Вот. И это Украина. Я хочу исполнить для вас песню, которая называется «История». Это самая важная история, которая случилась на этой планете. Среди порох новостей, среди тысяч всех историй, есть одна, на что всех важнее. Любил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, а имел жизнь вечную. Спустился с небес к людям Божий Сын. Слава Богу за Его воскресенье. Слава Богу за то, что мы можем иметь жизнь, жизнь вечную и жизнь с избытком. Я знаю, что многие из вас, я просто верю, что все знакомы с этой историей. Бог, Он любит каждого из нас. Я желаю благословения, любви и счастья. Спасибо вам. Спасибо.